самый. Максим уже знает. Я вот доехать не была, он, я хотела с него бы, он что-то не видел, меня не видел, не знаю. Вот так говорю. Она говорит, да, ну да, ты сама подумай, говорит. Ну попроси ты Мишу. Я говорю, да я уже его просила, что толку-то, он бы меня что слушает, что ли? Вот говорит, ну уберите вы этот ролик, уберите, хоть бы еще кто-то. Ну такую гадость. А этим же не исправите никого. Все равно не исправите. Ну правильно она говорит. Где же исправите вы кого-то там из этих священцев или еще кого-то, что, что он такой сякой вот у нас, Сергей? А я говорю, представляешь, говорю, я говорю, сейчас боюсь его домой везти. Сейчас она говорит, да, меня спрашивают, Нина. Я говорю, что делать? Я говорю, не говори где. Они говорят, да вот был, Даша говорит, ты знаешь, я удивилась. Но каждый день приходит один говорит, где, говорит, это живет старец наш, который был в монастыре-то. Ну, скажите, говорит, где он? Вот и все. А потом начали вот то-то, то-то, и говорит, такой, говорит, просмотрели, там, говорит, где он живет, там над ним это издеваются. Надо же, говорит, идти что-то сделать, надо комиссию создать. И они, говорит, не нас делают. Я говорю, ну вообще, я не знаю, говорю, мне с Мишей что говорить. Я его просила сразу, я думала, он меня послушает, он что меня слушает. Я говорю, я не знаю, что Таня. Я говорю, не знаю, что Таня. Я говорю, вот не рада, вот мне его надо вести на днях. Вот сегодня Галка приедет, меня, говорю, везет. А и там поживу еще дня три. И успокоюсь или нет, хоть нет. На Пантелеймона вообще уеду. Там, говорю, народу у них будет много. И я, говорю, его заберу. Я, говорю, боюсь, что делать. Теперь за что только. А я сегодня уже за мало того звонили. Я пришла, да, легла. Тут еще Максим там на меня глядел. И такое сказал не мне, а всем, как говорил, о том, что, ну, там, вроде... Типа проповеди у него получилось, как он говорит. Ну, о том, что не все праздник это, кто не ходит в церковь сюда, кто не ходит в церковь, или бросили еще что, там, что-то вот этого. Есть такие, говорит, у нас, и на меня взгляд такой сделал, и все такое. Я не пошла даже ни ко Христу, ни к... А, Христу этот был наш Максим. Он вышел, да, еще этот Евгений. Там больше никого не было священников. Евгений — это сын этого нашего Дмитрия, как я его знаю. Он здесь у нас служил тоже. Дружат они с Максимом очень. И вот он только был. Вот тут он ушел в алтарь. Я подошла к кресту, только к нему не пошла даже. Вот ты понимаешь, ну, вообще настолько тяжело мне. Ты что, я должна прятаться от всех их? Зачем мне нужно? Они прямо сегодня, я только не успела прийти, уже стучат. Стучат, я не подошла. Звонят, я не отвечаю. Ну что это такое? Ну, свое тело двоим-троим. Они вот все говорят, что вот старец, нужно к нам, к ним, то-то, в порядке вещей. Ты понимаешь, что говорит? Я Тане сказала, она говорит, так слушай, они говорят, мне говорят, не столько они из верующих, вот куда уж дели, вот почему его? Это они говорят, а кто, все говорят, она его увезла только из-за денег. Я говорю, да фиг с ними, говорю, что из-за денег, потому что ничего, я говорю, так и знала, что будут говорить. Из-за денег только увезла. А сейчас, говорит, издевается она там над ним. Издевается, там у ней какие-то еще ходят к ней. Издевается, говорит. Ты понимаешь, я говорю, да кто ходит-то? Никого. Я говорю, Миша ходит. Она говорит, ну вот на него, наверное, говорят. Вот ты понимаешь, говорит, что? Там, говорит, интернет выпустили. Там, говорит, невозможно. Но я, говорит, сказала им, что? В интернете всякая гадость. И говорит, вот поэтому, говорит, зачем, говорит, вам это нужно? Ну, говорит, бесполезно. Я говорит, я не знаю с ним, где они живут. Вот и все. Ну вот это вообще, это сколько будет? Они только что сейчас все начинают. И Ольга тоже самое. Вот найду я его. Я ей не говорю, что вы... Она тебе, наверное, Мишин сказала ролик. Ничего я ей не говорю вообще. Я говорю, откуда я знаю? Я ничего не понимаю там. Я на самом деле не понимаю. Я говорю, что говорю? Откуда я знаю? Ну что, говорит, такое? Она тоже не знает ничего. И ты понимаешь, вот как вот его везти домой даже? Да еще кто ворвется, глаз у него такой. Это вообще кошмар. Убери этот ролик, я тебя прошу. Сейчас хотя бы убери. Чтобы не все еще смотрели, это не найдут больше. Вон она сказала мне еще что, да ты что, говорит, вы уберите. Там, говорит, у нас священник этот, один, говорит, появился у нас в епархии. И говорит, вышел, как, что он только не творит, что он не творит. Иисуса Христа, как евреям, это дал какую-то
нарисовал, что вот это на голову одевает. Вот, то еще что-то. Там, говорит, говорит, хоть что попало. Я, говорит, это, ой, так. А, и сейчас у них Тастобольский-то, вот, у них сейчас он, у этого, вторым он у них на Форштате, он с женой разошлись, она уехала в Москву с детьми, а он там все, оказывается, один был. Понавез, говорит, всякой дряни в церковный дом. Там, говорит, на машину у меня сразу такая, что ли, и вот, говорит, там все, говорит, выкидывать надо, он сюда все привез. И вот, говорит, что, говорит, он выкидывает, так это, пришел, говорит, меня довез, говорит, до дому. И, говорит, зашел, а Анатолий-то в больнице лежит. Ну, он ходит все равно. Он говорит, я удивился, говорит, он ушел, я говорю, это что, говорит, священник, что ли? Он, говорит, залетел, привет, за руку, это самое со мной, и все такое. И говорит, какой-то какие-то, я говорю, да что, говорю, Таня, удивляться-то? У нас все к чему все идет это. Я говорю, она говорит, слушай, я за тебя боюсь. Я говорю, ну что теперь я сделаю? Таня, а что теперь сделаю? Ты понимаешь, что это дойдет до владыки, и все это пойдет. Обязательно все это будет. Ну зачем вот это все, действительно? Я тогда скорбила, но не настаивала. И вот оно и пришлось, забылось. А теперь ты посмотри, после Ольги поперли. Где мне мой телефон беру, где ничего, что, не знаю. И вот кто отстучает, уже 3 раза сегодня отвечали, я никому не открываю. Только Валя позвони, Валя, не ты звонишь? Она говорит, нет, стучишь, нет. Вот и все. Это что такое? Давай это, убирай этот ролик хоть сейчас. Легче будет немножечко. Может быть, хоть не все еще увидят, не найдут больше. Не можно говорить. Тем более ты подписал на него. Поэтому это они обязательно все его смотрят. Обязательно. Ты что? Это же священник, да там всяких каких-то там, да он ставит, да его надо, да как он был в этом в монастыре, да как он нам хорошо все говорил, да вот что такое вот, ты понимаешь, что только нам не наговорила. Я даже говорю, ужас мне, говорю, Таня, я говорю, что делать-то мне? И что, собираться уезжать куда-то, что ли, с ним вместе? Это что, это какой-то вообще кошмар. Ну, нападки пошли на меня, и все. Ну и представь себе, как хоронить его, если я живая буду. Это вообще, это не знаю, это ни к чему совсем. Ничего ты это не дал хорошего. Что толку-то? Он все равно такой же остался, и так же и все до него. Вот так и крещение не меняется, так и это все, и так оно и будет. Я уже решилась, заглохла, все, ему ничего не говорю, и мне легче живется с ним. Все равно надо выбирать, как я с ним нормально раз это самое хожу. Вот только, вообще, не знаю даже, что сейчас говорить ему. Сейчас это не... Он обязательно сам подтвердит что-нибудь. Обязательно, что тут и плохо ему, и еще что-то скажет. Хотя он гордится, то есть мне, мной всего, не ты, давно бы в земле был, вот именно. Вот, да, спасибо тебе, да, целует руки. А все это, кто это, да, он сегодня такой, а завтра другой. Я буду с ним хорошо говорить, он все, он уже все, их не будет. Вот это мне что? Зачем мне это все это дано? Никак ты все равно, Миш, ни к чему этот самый ролик выпустил. Ну хотя бы не подписывал так, хотя бы. А теперь уже что? Убирай его и все лучше всего. Все, можно говорить. Ну что ты еще начинаешь? Можно говорить? Говори, что? Ну, что ты так? Ну, ты да, считаешь, что это я все не права? Ты не переживай, я понимаю тебя, ты что скажешь? Ну что? Дальше что? А что говорить? Миша, не умничай. Не умничай. Ты так переумничал уже. Говори. Звони Игнату Тихоновичу. Ролик стоит у него на канале. Я оттуда снять не могу его. Почему у него-то? Потому что я ему отдал, он поставил, выставил у себя на канале. Да кто к нему в канал-то и вот эти сидят? Никто это там, ни священник, никто не пойдет туда. Я тебе... А что ты, народ-то что, откуда знает это все? На моем канале,
Там просмотров всего чуть-чуть. Там никто это на моем канале не, это не видел. А все масса просмотров, почти 800 просмотров, это на его канале. На Игнатьевна. Так что, так и написано на его канале, что заблуждение отец Сергий Хомутов. У него канал, на этом канале он выставляет ролики всякие разные. Откуда я... Я тебя спрашиваю. Ты же сам говорил, что ты написал ролик именно вот отец Сергий заблуждений. Я говорю, что я ему передал этот ролик, а он выставил у себя на канале его. Ну так вот, зачем ты-то его писал такой-то? Зачем там тебе это надо было? Я его написал такой, какой есть. Я отдал его Игнат Тихонович. Я же тебе говорил. Помнишь, мы с тобой разговаривали, он сказал, какой, что бы там он ни сказал, отец Сергий, я все равно выставлю, Игнат Тихонович сказал. Не знаю. И он его выставил. Так что позвони ему и скажи, попроси его. Вот ты ему, да, выпустил, вот я не знал про этот ролик, и ты ему и скажи это. Скажи, что вот у меня вот все, мне все такое дойдет до комиссии, дойдет до владыки, дойдет до всего. Зачем? Вот и скажи ты ему там. Тебе надо, чтобы он был убратый, этот ролик, или мне? Да кто тебя-то просил? Я-то не просила. Ему вот ты поставил, или куда ты там его денешь? Зачем? Просила, не просила, я тебе говорю, что я передал этот ролик Игнатию Тихоновичу. Он выставил у себя его на канале. Теперь люди это смотрят, ролик на канале Игнатия Тихоновича. Ты позвони ему и с ним поговори. Может быть, он уберет. А почему у Ольги, она в этом самом, у Любки нашла? Почему? У Любки. Его можно скачать. Я же скачиваю тебе, что Игнат Тихонович выставляет, я скачиваю, тебе привожу ролики. Ты что, это не знаешь, что ли, об этом? Я скачиваю. Ну вот ты мне тоже его, когда мы с ним говорили, ты что, тоже что ли Игнатий, что ли мне вот сюда, ты же принес? То же самое сделал мне на флешку. Я еще раз повторяю. Какие ролики Игнат Тихонович выставляет, видеоролики, я скачиваю и могу тебе дать, могу хоть кому их дать. Но этот ролик стоит у Игната Тихоновича. Основная, почти 800 просмотров, это на его ролике. На моем канале там вообще немного там просмотров, его мало кто знает. Ну а что у тебя-то там, что? Вот Любка-то у тебя увидела, что она там? Да что у меня-то и у тебя на твоем? Причем здесь у меня-то? Канал. Мама, ты вышел на твой ролик-то? Ролик мой. Стоит у Игната Тихоновича на канале. Как ты этого не поймешь? Да как она выходила на твой? Она сказала, выходит она на твой. Вышла. Чего на... На твоем ролике. Это у тебя на твой, а не на Игнатия Тихоновича. Ты что не можешь врубиться-то? Ролик я составил, отдал Игнату Тихоновичу. Он выставил себя на канале. Что непонятно-то еще? Ну что ты мне повторяешь одно и то же-то? Я тебе говорю, почему Любка у тебя за меня вот ответь? Почему она у тебя увидела? У меня. На твоем ролике. На моем ролике. Ну так что твой ролик, он, ты его передал, и у тебя нету больше ничего на твоем ролике, да? Я еще раз так повторяю. На моем канале практически очень мало просмотров. Все просмотры идут с Игната Тихоновича канала. Ну так, а почему у тебя одно, а у него другое? Почему? Да не одно, другое, один и тот же ролик. Один и тот же, у тебя мало, ты сам говоришь, а у него там все больше там. Да, у него это основная масса просмотров, почти 800 просмотров, это его. У меня там это значительно меньше, в 10 раз. Ну так ты его убери, у себя хотя убери. Хорошо. Убери хотя у себя. Я себя уберу, но люди-то все равно будут его смотреть. Название-то одно и то же. Так же будут находить и все. Так вот это название-то ты у себя убери, пожалуйста. Я у себя уберу, но ролик-то останется в интернете, никуда он не денется. Останется у Лапкина. Ну, люди набирают название ролика. Им какая разница, на каком канале он? Для людей-то. Для людей-то это без разницы, им главное, чтобы ролик был
посмотреть. А название у него это, такой же ролик стоит, и все валом валят и к нему на канал, и там смотрят у него, получается, так? Позвони ему, да скажи. Что я ему скажу? Он минуту говорит, и все. Что не скажет, и все, говорит, трубку бросить. Что ты мне это? Вот ты с ним общаешься, ты с ним не поговорил. Я с ним не общаюсь. Я также это, как я с ним общаюсь, это интернет у меня, сейчас он это не выходит практически через интернет, также по телефону звонить. И это во-первых, во-вторых, убрать этот ролик ты хочешь, поэтому ты должна ей звонить. Да я-то не желала, чтобы ты это все выставил, я не желала, это от тебя все пошло-то, при чем ты теперь, Игнатий? Он попросил у тебя и сделал. А ты-то зачем это делал? Ты-то зачем делал? Меня не просил. Я ему сказал, говорю, посмотрите ролик. Он говорит, высылай мне ролик этот. Я ему выслал этот ролик. Но он сказал, говорит, что бы там ни было, я его все равно выставлю. Ну вот, видишь? Ну вот, именно вот ты же составил его, а не он. Я составил, но ролик-то сейчас, это, Игнат Тихонович, хозяин канала. Я не имею права туда заходить и убирать что-то у него. Ну скажи ему, ты скажи сам, я тебе говорю, сам скажи, вот все то, что на меня нападение идет теперь из ваших роликов. Зачем мне это нужно? Что он меня слышит, если он сразу, мне все, и кидает трубку. Зачем мне это нужно? Я только больше расстроюсь и все. Вот ты сам от себе, вот с ним говоришь, он за собой хвалит тебя, нахваливает тоже. Говорит, Миша нам много очень помог. Я звонила ему, он очень много помог. Ну и что, я говорю, хорошо. Он говорит, ты ездишь, и ты, мне уже придется или когда? Ну как он меня что, послушает? Я говорю, это не надо мою беду теперь. Никому нет, ни тебе, ни ему. Я, простите, убрать ролик не буду. Если хочешь, проси сама. Объясни, хотя бы объясни. А я уже потом-то ему позвоню и скажу, уберите, пожалуйста, Игнат Тихонович. Объясни ему, какое положение теперь вы мне поставили, понимаешь? Я ему... И ничего не... От этого ничего лучшего не стало. Ничего, никто, не он сам, и никто, ничего, все за него. Вот и все. Это еще хуже сделали меня, понимаешь ты? Вот, позвони, объясни ему. Вот ты объясни, я тебе говорю, ты начинал это все делать, и ты ему показал ролик. Вот ты возьми. У нас мы с тобой бы, если бы ты не записал, и ему не показал, мы бы с тобой знали только и всего. Вот и все, еще бы продолжали что-то. А сейчас ты что? Разговор... Получилось так, что теперь, пусть он, вот ты говори ему. Говори, ты именно ты говори, объясни мне, а потом я ему позвоню, скажешь, что ты ему объяснишь про меня. Алло. Во-первых, речь шла об Игнате Тихоновиче, поэтому я не имел права ему не показать этот ролик. Вообще, я тебе еще раз говорю, что ни он не выиграл для тебя, и не ты, и не я, и никто, а все против теперь, все. Хорошего мало. И еще не все смотрели еще. Еще будут. Мне пришло, я поняла Максима даже сегодня, что это он знает. Я ушла быстро. Никакой еды, ничего не надо. И все. Но это куда годится? Я думала, сейчас он вылетит что-нибудь, так и ушла, да и все. Позвони, поговори. Че, боишься, что ли? Я тебе еще раз повторяю, бесчету раз. Ты ему объясни, я позвоню. И ты мне скажи, что я ему сказал, как нападение на меня. А потом я ему позвоню и скажу. Ну а почему бы тебе сразу не сказать, да и все? А почему бы тебе нет? Ты натворил, не я. А что я натворил? Ты же, если бы ты ему вообще не показывал, не было бы этого ролика, и все. И да. Ничего бы не было. И нормально жили бы. Ну, да. А и продолжалось бы что-то, чего-то. Ну, во-первых, я не считаю себя виноватым, что я его дал Игнатию Тихоновичу. Ну, конечно, не виноват ты. И во-вторых, если я еще раз повторяю, тебе хочется, чтобы его убрали, ты мне с самого начала не хотела, чтобы это его выставляли. Так да. Ты ему и объясни, почему ты не хочешь, и почему ты хочешь... Хорошо.
Хорошо. Это обязательно надо было Игнатию хотя бы вызвать. Зачем? На то пошло. Ты же это все сделал. Я сделал. А что, он знал, что ли, чего ты вот ему, зачем этот ролик и первый этот самый? Я еще раз, я только что повторю, это тебе... Да не надо, я поняла тебя, ты выслуживаешься, вот и все, тебе хорошо, и тебе хорошо. А что толка, и он, что от этого толка, он теперь понял, что за него кто-то пошел, или еще что. Он хуже вы мне натворили, и все. Ничего мы тебе не натворили хуже. Что испугалась? Ну, конечно, тебе ничего. Ты умный такой стал. Да до ужаса. Переумничаешь уже. Все это знаешь. Ладно, кто-то звонит.